Первый день знаний нового вуза. На площади Победы собрались первокурсники Ивановского государственного политехнического университета. Напомним, появился политех в Иванове еще в прошлом учебном году путем слияния текстильной академии и строительного университета. Это самый первый набор крупного вуза. У ребят позади школа и экзамены, впереди новая жизнь, студенческая жизнь. Я очень была рада, потому что я хотела именно сюда, именно туда, куда я хотела, я туда поступила. Очень была рада. Я поступила на СУЗ, строительство уникальных зданий. Конечно, я была очень рада, потому что факультет новый, интересный. И оттуда выходишь специалистом. Поэтому я очень рада, хочу учиться. Надеюсь, что все будет хорошо. Ректор политехнического университета Роберт Алаян и губернатор Михаил Мень поздравили ребят с началом учебного года. В новом вузе будут учиться около 15 тысяч человек. Губернатор отметил, что для Ивановской области важен каждый выпускник политеха. Промышленный регион с мощным строительным потенциалом. Для развития такой Ивановской области нужны кадры. По-прежнему 25% валового регионального продукта региона формируется за счет текстильной отрасли. И мы знаем, что в университет входит несколько институтов, в том числе и строительно-архитектурный институт, который, безусловно, дает кадры для строительной отрасли в том числе. Это, безусловно, и наша академия текстильная. Стоит напомнить, что политехнический институт уже существовал в Иванове. 95 лет назад, когда образовалась губерния, по инициативе Михаила Фрунзе в нашем городе появился вуз. В 1930 году Иваново-Вознесенский политехнический институт был разделен на химико-технологический, текстильный, сельскохозяйственный и энергетический институты. В 2013 приоритеты поменялись. Крупным университетам быть выгоднее. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.